Всем привет! Сегодня я хочу рассказать все про остров Интаря из игры «Мои поющие монстры». Этот остров открывается на 9 уровне, чтобы его получить, нужно купить оазис огня. Монстры на этом острове выходят в волнах. Первая волна состоит из 5 монстров – Кричишлемма, Зикураба, Фанглера, Савеникса и Трубочайки. Вторая волна состоит из 3 монстров – Сузы, Шнобеля и Овцебыка. Также есть Ловатёка, который доступен всегда. Все следующие волны будут состоять из 3 монстров, одного двухэлементного, одного трехэлементного и одного четырехэлементного, это подтвердили разработчики игры. Так как известно, что все огненные монстры уже есть в игре «Закат огня», можно понять, какие монстры скоро появятся. Сейчас вы видите их на экране. Все монстры на острове Интаря сначала будут сосудами. Их нужно купить за реликвии и пробудить. Одноэлементный монстр стоит 5 реликвий и дает 2 реликвии в месяц. Двухэлементный стоит 10 реликвий и дают 1,5 реликвию в месяц. Трехэлементный стоит 20 и дают 1,1 реликвии в месяц. Четырехэлементный стоит 30 реликвий и дают 1 в месяц. Чтобы сделать из сосуда яйцо, нужно высечь яйца с разных островов. На это есть время до конца волны. Если вы не успеете, то можно за алмазы завершить сосуд, иначе он пропадет. Скоро на острове Интаря откроется Тигель, с помощью него можно будет получить редких и эпических монстров, когда он появится, про него выйдет видео. Все влечения монстров секретные, и они всегда являются другими монстрами. Пока что это все, что известно про остров Интаря, если вам понравилось видео, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Пишите в комментарии, про что снять следующее видео.